Два раза в день на республиканском стадионе в Сухуми проходят тренировки сборной Абхазии по футболу. Главный тренер национальной сборной Беслан Аджинджил дает необходимые тактические указания. Футболисты оттачивают не только технику игры, но и взаимодействие на поле друг с другом. Всего на турнир поедут 20 футболистов, 18 игроков и 2 вратаря. Те ребята, которые находятся сейчас здесь, все здоровы, все рвутся в бой. Конечно, к сожалению, у нас несколько ведущих игроков, на которых мы рассчитывали, получили травмы. И сейчас их нет в сборной. А так все идет, как вы видите, по штатному расписанию. Готовимся. Большие изменения по сравнению с прошлым годом, по сравнению с позапрошлым годом, даже по сравнению с тем годом, когда мы побеждали здесь. Появились много новых игроков, очень интересные молодые ребята, которые также рвутся в бой, хотят доказать, хотят защищать честь своей страны. Поэтому у нас произошли определенные изменения в составе. Международный турнир под эгидой КОНИФА стартует уже 1 июня в столице Нагорного Карабаха, Степанакерте. По итогам жеребьевки, которая прошла в январе этого года в Кракове, сборная Абхазия попала в группу «Б». Однако по разным причинам 4 команды отказались от участия в турнире. Поэтому ранее сформированные 4 группы были объединены в 2. Таким образом, в группе «А» сыграют Абхазия, Чемерия, Сапми и Арцах. В группе «Б» – Падания, Сикейский край, Западная Армения и Южная Осетия. По словам Беслана Аджинджил, изменения не сильно повлияли на подготовку нашей национальной сборной. Как отмечают эксперты, фаворитом нынешнего турнира является команда Нагорного Карабаха. И нашей сборной нужно максимально выложиться в каждой игре, чтобы дойти до финала. Нашей команде нужно победить, как это ни банально звучит, всех своих соперников, которые встретятся ей на пути к финалу. А самое основное, надо быть командой, надо быть дружным коллективом, сражаться друг за друга на поле. Фавориты турнира все-таки, на мой взгляд, это команда-хозяйка, это команда Нагорного Карабаха, очень хорошая команда. Потом они играют дома, как мы с вами знаем, дома и стены помогают. Поэтому для нас они являются фаворитами. К сожалению, может быть, к счастью, они с нами играют в одной группе. Но тем интереснее будет, наверное, играть с ними. Последняя тренировка команды сборной Абхазии перед выездом на чемпионат Европы по версии КОНИФА состоится утром 29 мая. Церемония открытия турнира пройдет 1 июня. А на следующий день, 2 июня, сборная Абхазии сыграет в первом матче с командой Чемерии. Аля Катрапш, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.